мы вручаем сову. Это символ мудрости самым достойным ученикам, которые прошли большое, много этапов для того, чтобы стать победителями и призерами. Я приглашаю Наталью Александровну. Александра, зачитайте, за что мы будем вручать сову. Итак, главный приз сову получает Сидорова Наталья. Одиннадцатый аплодисмент. Победитель регионального этапа поэтологии ОБЖ, призер регионального этапа поэтологии Визерского региона, призер муниципального этапа поэтологии ОБЖ русского языка, литературы, биологии, победитель муниципального этапа областной олимпиады по духовному краеведению Подмосковья. Сову получает также ученица 11-го Б-класса Буланова Валерия. Победитель регионального этапа по истории, призер регионального этапа по литературе, искусству, победитель муниципального этапа по истории, литературе, искусству, призер муниципального этапа по русскому языку, английскому языку и обществознанию. Мы восхищаемся этими девочками, этими хрупкими, умными, достойными девочками. Когда вышли они на региональный этап, и у каждой было... Сколько у тебя ребят? У регионального? Три, по-моему. Часть больше. Михайловна, сколько? Значит, у Леры пять. И у Наташи 5, да, Наташа? 6 даже. Они даже забыли, сколько. Я их вызвала в кабинет себе и говорю: девочки, ну давайте мы определимся. Давайте мы немножко сделаем вам облегчение. Выберите 2 олимпиады. Ну 3 в крайнем случае. Ну не надо 5-6. Это нагрузка. Это очень тяжело. Вы что вы думаете, они согласились? Нет. Они сказали: мы сможем, мы сильные, и мы победим. И вот вы, действительно, молодцы девочки, мы вами гордимся. Жаль, что наши девочки в этом году заканчивают лицей. Жаль, что они уходят, они бы еще много ли славы и славы лицея принесли. Но мы пожелаем им удачи в сдаче самого главного единого государственного экзамена и поступления в самый лучший вуз страны. Спасибо, девочки. Thank you.